Президент в своем послании поставил задачу выйти на мировые темпы экономического развития. Они в этом году сложатся 3,5%. У нас они гораздо ниже, причем в последнее время опять усиливается стагнация. Мы предложили вариант, как реализовать эту установку президента. Для этого доходная часть бюджета должна быть 21 триллион рублей минимум, лучше 25. Под это предложение подготовили пакет законов, где вводится прогрессивная шкала налогов, где вводится госмонополия на спиртоводочную промышленность, где вводится более эффективное использование ресурсов, которые мы получаем за счет продажи сырья. Мы почти по 20 триллионов рублей получаем за счет продажи сырья последние 3 года. Но ни разу в бюджете не было больше 8 триллионов. По-прежнему основной доход присваивает олигархи и прячет его в офшорах. Ни одно принципиальное решение, которое могло бы обеспечить выполнение установки президента, это правительство не приняло. Это вот принципиальный вопрос, который должен быть решен в этом 3-летнем бюджете. Расходная часть составляет 16,6 триллиона. После перераспределения примерно попало под перераспределение около 1 триллиона. Часть наших предложений прошло, но первое и главное – деревня корчится в муках. Хотя и говорят, рекордный урожай – 132, может быть, даже чуть более миллиона тонн. Но ни в одном магазине ни на копейку не подешевел хлеб. А это главный показатель. Из зерна готовится 250 видов продовольствия, оно продолжает дорожать. То есть простые граждане не ощутят на себе никаких принципиальных изменений. Им становится только хуже. 9 из 10 теряют свои доходы 36-й месяц подряд. Кто жиреет? Жиреет олигархия. За прошлый год 200 главных богачей получили дополнительный доход 100 миллиардов долларов. И не хотят платить нормальные налоги. Удалось нам добавить в этом году на село почти 20 миллиардов. И около 10 миллиардов, возможно, пройдет, сейчас идет обсуждение, на поддержку сельхозмашиностроения. В принципе, это неплохо. Будем надеяться, что будет двигаться дальше. Для того, чтобы страна была конкурентоспособной, надо вкладывать примерно 6-7% расходной части бюджета на образование и примерно столько же на науку. У нас на образование 3,6, но вот сейчас еще, похоже, немножко добавят, будет 3,7%. Для справки, в 40-м году, когда вся промышленность переводилась на военный рельс, в мире запахло большой войной, тогда мы тратили на образование 13%, 4 раза больше, чем тратим сегодня. В 42-м году, когда фашисты стояли у нас на Волге, шла битва сталинградская, тогда мы тратили в 2 раза больше, чем сегодня, 6%. А в 45-м, когда победили, тратили 17%, 4 раза больше, чем сегодня. Поэтому и этот вопрос важнейший, тоже данным бюджетом не решает. Удалось решить ряд конкретных вопросов. Ну, допустим, я 3-й год добиваюсь, чтобы завершили строительство детского онкоцентра. Но в этом бюджете есть выделены средства, и на ближайшие годы мы полностью его оборудуем. Это спасет тысячи детей, которые больны этим тяжелым заболеванием. Нам удастся, видимо, завершить строительство РТЭКа. Я курирую над этим объектом 4-й год. Мы уже вложили 10 миллиардов рублей. В этом году в РТЭКе отдохнет около 40 тысяч человек. Это лучшая здравница на планете. Там осталось 2 крупных объекта и некоторые укрепительные работы. Еще надо около 3 миллиардов, плюс еще 2 крупных детских центра. Но, похоже, пройдет эта строчка, там 3 миллиарда с небольшим. Для нас принципиально важно оказать помощь детям Донбасса. Каждый год выделяли по 56 примерно миллионов. Но в этом бюджете столько же заложено. Сейчас будут голосовать, видимо, и это решение пройдет. Очень важно поддержать Елизаветинскую больницу. Это старейшее медицинское учреждение в Ленинграде, Санкт-Петербурге.
Ну вот я направил письмо, надеюсь, что можно из резервного фонда и президента, и в целом правительство откликнется. Говорил с Полтавченко, очень важно поддержать этот уникальный оздоровительный центр, который имеет прекрасную историю. Ну а в целом 6,5 триллиона расходной части не решает проблему главную. Главную – развитие. А чтобы было развитие, надо сосредоточить 21 триллион рублей. Пока правительство оказалось к этому совершенно не готово. Мы получили дополнительный доход. Конечно, на черный день, на случай, на всякий непредвиденный случай надо иметь резерв. Но в основном деньги засовывают в этот резерв, вместо того, чтобы вкладывать и обновлять основные фонды и вкладывать подготовку кадров. Допустим, если взять нашу главную дойную корову нефтегазовый комплекс. Нефтегазовый комплекс – это основной валютный цех страны. Износ оборудования уже превысил 55%. У меня возникает вопрос конкретно. Что вы будете завтра делать, когда у вас посыпется все оборудование? Они на этот вопрос никак не отвечают. Вы должны обновлять. Вот сейчас гордимся тем, что вкладывали в армию на фоне кризиса тяжелого. И тем не менее, уже новая техника в армии подобралась к 60%. А еще недавно была примерно 30%. На мой взгляд, надо очень разумно распределять эти ресурсы, имея резерв, но одновременно помнить, чтобы завтра вы устойчиво работали, вкладывайте в оборудование, станки, новые технологии, электронику, робототехнику, приборостроение. Мне больше всего поражает, говорят, что мы конкурентоспособны, а сами за 25 лет своего телефона не сделали. Китайцы за 25 лет в космос ворвались, решили все проблемы, стали мастерской мира под руководством Компартии по своим красным стягам. А у нас все счеты сводят с советской историей, а сами ей подметки не годятся.